Чувашский национальный конгресс готовится отметить серьезную дату. 25 лет назад состоялся первый съезд общественной организации, которая взяла на себя большую миссию – хранить с помощью единомышленников язык, традиции и обычаи чувашского народа, способствовать сохранению его аутентичности не только на территории родного края, но и на просторах нашей страны. Своим принципам конгресс следует и по сей день. И прошедшие четверть века это доказывают. Экономические, образовательные и культурные связи с земляками, живущими в других регионах нашей страны, не прерывались никогда. Традиционные фестивали и конкурсы, такие как «Всечувашский акату», «Серебряный голос», «Чувашская красавица», собирают участников со всех национальных центров. ЧНК тесно взаимодействует с органами государственной власти, администрациями районов и городов и поддерживает диаспоры по всему миру. На юбилейный съезд приедут 320 делегатов, представителей чувашских общин. Основные темы – подведение итогов за последние 4 года и выбор направлений для дальнейшей работы. 10-й съезд национального конгресса пройдет 28 октября.